Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий Фьёдол Алой. И перед нами уже не простой робот-фермер-атушка, а сверхмощный, сверхпрочный, сверхопасный кибернетический организм. В общем, я практически на том же месте, где и был, немножко отбежал просто для разминочки. Да, вот сюда мне идти, вот практически рядом. Так, хорошие дела. И что будем делать? Что будем делать? Прыгать будем. А как будем прыгать? Как будем прыгать? Подожди. Чё-то я сейчас не понял. Как мне перепрыгнуть оттуда? Здесь я вижу... Нормально. Масло не хочу глотать. И... Давай так, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, а здесь? А здесь? Нет, как-то смотри. Как-то не очень удобно прыгать-то. Рассыпался. Рассыпался, ну ничего, ничего. Просто не хотелось тратить масленки. Давай сейчас я по-быстрому пробегу. Чпунь. Сюда. Сюда, ты смотри, какие опасные пушки здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так-так-так-так. Ну давай еще разочек. Да как же так-то? Нет-нет-нет-нет-нет. Фух. Как я выжил, не пойму. Просто от воздуха отталкиваюсь. Двойной прыжок. Если бы не двойной прыжок. Если бы не двойной прыжок, точно. Я думаю, что... Достоять. Нужно вовремя использовать двойной прыжок. Фух. Вот-вот-вот. Наконец-то. Наконец-то. Ничего себе. А это что я отключил? Что это было? Не знаю. Так, потопали сюда. С этим будем или не будем заморачиваться? Или у нас наличности мало? Наличности мало. Может быть, следует... Следует... Может быть, и следует. Держи. Ой-ой-ой. На-на-на. Ой, летят. Неправильные пчелы. Мне в какую сторону вообще бы двигаться? Право или влево? Да откуда? У вас что там, улей что ли, или что? Так, здесь за стенкой сундук я вижу. Но пройти туда не могу. Но я думаю, что когда-нибудь я заберусь-то. Все равно. Подожди, мне в эту сторону или в эту? Может быть... Так, импульс как вверх. Нет, слушай, это что-то не то. Здесь не импульс, здесь что-то нужно... Рычаг, наверное, какой-то нажать. Иди сюда. Хотя, что я тебя боюсь-то? Я тебе, по-моему, на два удара. Угу. Давай. Давай. Ну же. Смелей. Подожди. Подожди, я передумал. Как? Да как? Ладно. Да что ж такое, я не могу выпустить. Давай еще разочек. Нет, сейчас восстановим энергию. Нет, не в ту сторону. Блин, совсем не то. Ну пей масленку, ладно, так и быть. Давай! Я когда-нибудь попаду вообще? Отлично, я попал. Монеты? Монеты. Ну я, правда, не хочу дальше забираться. Я хочу посмотреть, что в той стороне. Вот что здесь. А здесь заперто. Ну я сейчас открою, наверное. Да. И это куда? Масло. Хорошо. Громила. Уйди, уйди. На. Так, подожди. Подожди. Фух. Нет, вернусь назад. Где-то есть. Масленку пей. Давай-ка еще вторую, да?
После первой и второй промежуток небольшой. На. Блок. Отлично. Уйди. Ну, ты будешь стрелять или нет? Давай. На. Ой. На. На. Прям под бомбочку. Чпунь-чпунь, масленки, бомбы. Весь арсенал. Это ради сундука я сюда добирался, ради вот этих вот замечательных, надеюсь, ножек. Усиленные ноги из платины, скорость охлаждения и урон. Ну что, мне как бы не знаю. Все-таки мне жалко расставаться с этим костюмом пирата. Но что жалеть? Что жалеть? Секунду. Все. Вернулся, чуть отвлекся. Как бы не жалко наш замечательный костюм пирата, но я думаю, что скорость охлаждения, она важней. Будем ходить так. Потопали назад. Какие быстрые охлаждающие ножки. Так, отлично, отлично. Они появились вновь. Ой-ой-ой-ой, быстрее, быстрее, быстрее. Вверх, 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 вверх. Иди сюда. На. Так, держись. Пошли дальше. Угу. Ну, это мы разбираем. Здесь мы. Все нормально, да? Все нормально. Это куда? Это просто вниз получается. Не знаю, определенно я что-то должен найти. Может быть, даже и здесь. Наверное, ключ какой-то, да. Потому что без ключа я даже не знаю, куда дальше идти. Ключ, ключ, ключ. Две палки, квадрат. Картридж с данными. Две палки, квадрат. Подожди, это не то, мне нужна карта. А, ну так я практически рядом. Я практически рядом. Ты знаешь, я так подозреваю... Я так подозреваю, что вот за теми дверями, которые я сейчас еще не открыл, которые остались позади меня, просто, наверное, лежат медальоны, какие-нибудь, не знаю, дополнительные полезности, но не более. Потому что я двигаюсь вперед, 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 постоянно вперед. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Иди сюда. На. Так, это где? А, ну это я... Подожди, нет. Это сюда нужно. Это сюда. Это потом сюда. 1700, да? И я снова у палатки. Снова у палатки. Платиновые ноги, мощная голова из родия. Усиленный корпус из платины. Вот это мне бы подошло. Но у меня нет денег. У меня нет денег на это все. Пластинчатая голова. Температура перегрева. Ну, я не знаю, масленок у меня, в принципе, хватает, поэтому вперед. Буду копить. И где эта дверь? Ну, явно не здесь. Тогда, может быть... Да, вот она. И что это открылось? Ой-ой-ой. Вот здесь, наверное, да, проход открылся. Так, масленку бери. Масленки. Раз. Готово. Явно что-то будут какие-то еще улучшения, потому что вот, например, дверь с такими же желтыми досками была, я тоже не смог ее открыть, это с красными тоже не получается, поэтому пошли искать дальше. Кто-то там активно стреляет. Такс. Чпунь. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, что происходит? Подожди, открой эту дверь. Открой эту чертову дверь. Как? Ну, вот же гад, подожди. Подожди, я вернусь. Я вернусь. Сейчас отопьюсь. Почему у меня не получается? Ну, вот, здесь получается, там не получается. Почему? Непонятно. Уйди. Давай, быстрее выпускай свою волну. Эй. Черт.
На. Глотай. Взрывы. Так, спокойно, спокойно. Все нормально. Что там? Может быть, вот так, а? Может быть, вот так? По жопе, получи. Отлично. По своей металлической. А это зачем? Ага, это вот зачем. Мне как-то нужно перепрыгнуть это все дело. Раз, два, раз, два. Двойной прыжок. Отталкиваемся от воздуха. Чудеса просто. О, что это за шляпа такая? Отличная стальная голова. Температура перегрева, температура перегрева. Я не знаю, температура перегрева будет в этой шляпе очень высока, потому что, ну как, я не знаю, никакой вентиляции в ней нет. Отличная стальная голова, нет, я похожу пока в пиратской шляпе, там урон вроде бы как бы неплохой. Ой, это я не пройду. Это я не пройду. На. На. Спокойно. Зачем я сюда пришел? Вот этих вот ради бомбочек этих. Да ну ладно. Уйди. Уйди. Все, я пошел, я ухожу. Назад. Угу. Лазеры. А, я, хотя у меня и этот модуль сбора есть, я все равно продолжаю бегать и собирать это. Что за дурная привычка? Быстро... быстро делаем вот что. У меня же уровень, я заметил только что. Вернись назад. Сюда, если пойти, очень хороший насос для системы охлаждения. Сюда, если пойти, увеличит объем масла в емкостях. Если вот сюда, то это руки становятся еще сильнее. Я не знаю. Искусность. Еще меньше нагрев от атак в ближнем бою. Тоже замечательно. Я не знаю, когда я успею все это изучить. И успею ли я вообще. Руки становятся... Мне прям хочется улучшить руки, но мне хочется... Нет. Или очень хороший насос заиметь. Или сильные руки. Давай, ладно, уговорили. Насос. Прикупим себе насос. Так, спокойно. Сюда прячемся. А здесь куда прятаться? А здесь прятаться некуда. Здесь надо выпускать этот... Да почему ж не получается? Ну... Не то ты делаешь. Давай, делай. Огонь. Как это? Просвистело. Просвистело и не попало. Давай еще раз. Нет, 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 осторожнее, осторожнее. Ну... Вот и все. Вот и все. Чпунь. О. Чекпоинт. Что бы это значило? Что бы это значило? Это всегда сулит какую-то опасность. Так, а что? Мне сюда нельзя. Мне сюда нельзя. Ты прилетел? Уйди, 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 уйди. Нет, я с тобой, наверное, разберусь, а потом дальше отправлюсь, потому что... Нет, передумал я с тобой разбираться или вернуться. Что за маленький ящик? О, злодеи какие. На. Прилетела бомба. На. Слушай, меня так распилят. Меня так распилят. Надо хотя бы от кого-то избавиться. Ну. Алло. Может, слушай, может быть, проверить на тебе бомбочки? Мне их дают, что? Зря я их получаю, что ли? Держи. На. На. Да ты смотри, какой крепкий. Бомбы стали просто огромными, он выдерживает. Тихо, только не возле себя не взрывай, пожалуйста, а то. Да ну ладно. Рассыпался. Рассыпался. Три тысячи насобирал. Коплю на новое тело из платины.
Так, спокойно, что-то это мне не нравится. Что это значит, а? Что это значит? На. По лицу тебе. По твоему пчелиному. Вот это что значит? Подожди. Так, ладно, надо с вертолетом разобраться, наверное. На. На. Рассыпался. Надо глоток сделать, иначе я вернусь назад. Куда-нибудь очень далеко. Так, сюда я не пройду. Давай посмотрим. А, это вообще в новой локации какой-то доселе неисхоженной, неизведанной. Ладно, тогда идем в бок. На. Ой-ой-ой, осторожней. Да что ж, такой быстрый. Умри. А, сюда мне не пройти никак. Значит, ищем, что там внизу. А? Что там внизу? Вертушка. На. Уйди. Получи. Ой-ой-ой, осторожней, осторожней. Быстрее, я не хочу умирать. Пей масло. На, прыгай. Прыгай еще, прыгай сильнее. Прыгай. Может спрыгнуть вниз все-таки? Да идите ж вы сюда. Идите ж вы сюда. Так, одного нет. О-о-о. Вылетай, вылетай, вылетай оттуда. Вылетай. Не хочет. Ладно, вернусь я к тебе. Вот так. И не такие уж большие деньги. Так куда ты? Куда? Да стой, стой, стой. Успокойся, а то. Успокойся. Масленки. Секунду, это я не понял. Это что такое? Это что такое? Как так? Взяла, заклевала меня. Я не могу с ней ничего сделать, получается. Хорошо, сейчас по-быстрому. Так, до свидания. Вы мне больше не интересуете. Давай сюда. Блин, как так? Что-то можно сделать здесь, наверное. Почему? Зачем эти штуки? Как-то можно, наверное, запрыгнуть. Даже не пойму. Но как-то, наверное, можно. Так, до свидания. Вниз, 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 вниз. Падаем вниз. Побежали. Или может быть, а? Может быть, разобраться с ним? Держи. Держи. Так, хорошие дела. А в той стороне точно ничего нет. Может, там что-то важное есть, а я... Смотри, туда можно пройти. Ага, понял. Но эту штуку я никак и ничем... Так, пардон. Мне нужно уходить. Назад. Вот же приставучие. Подвиньтесь, пожалуйста. Так... А, на иголке, прям на иголке. На. На. Да что ж такое? Держи. Так, ну... Пардон. Что, я не могу это разбить, что ли? Нет, получается. А взорвать? Взорвать могу. Взорвать могу. Уже от меня не отстанет. На. На. Давай наверх. Хотя, ага, здесь золотишко. Золотишко. Четыре с половиной. Сундучишка. Это что за корпус такой-то? Мощный корпус из родия. Запас масла и броня. А у меня запас масла и урон. Вот и пускай он стоит. Вот и пускай.
Секунду, прошу прощения, зря я сюда вернулся. Так, монетка, кати сюда. Давай сюда. Что-то не пойму, где карта? Так, так. Так, так. Так, так. Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, не успел. Не успел, чуть в лапы не попал. Ну что, будем с ним разбираться или не будем? А? Иди сюда. Алло, товарищ. На. На. О, крепко ударил. Разбираться. Как бы нам самим не разобраться. Так, масленку пей. Что здесь было? Ради чего я сюда шел? Так, масленка, ладно. Это тоже хорошо. Что здесь? Монеты. 5600. Так, а куда мне идти? Вверх? Вверх же тоже интересно бы пройти, да? По-любому там что-то интересное есть. Надо просто быстро пропрыгать это. Давай так. Так. Так, 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 и не так, и не так, и не так, и не так. Так, а что делать? Я сюда могу сразу запрыгнуть? Так, так, экономим время. Хорошо. Допустим, 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 допустим. Да чуть-чуть совсем не хватило. Совсем чуть-чуть. Так, хорошо, действуем быстрей. Бомс. Бомс. Не получилось. Заново. Может оставить эту затею? Может оставить эту затею? А может там карта лежит? Как ее ж оставить эту затею? Быстро. 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 Ну почти. Да что ж такое? Но я же должен... А, отлично. Карта, конечно, конечно. Как знал, я стремился к этой карте. Что-то как-то добыть карту стало сложно. Прям невероятно сложно. Ладно, все. Все, до свидания. И что вы хотите сказать? Что я сейчас снова буду бегать? А? Замерзайка. Замерзайка стоит. Все нормально. Подожди, это не зам... Нет, это не то. Замерзайка не стоит. Вот, вот. Охлаждалка. Замерзайка. Ну давай. Что-то будет сейчас. Будет, наверное, снова выскакивать со всех сторон. А, нет, 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 нет. А как же нет? Если да. Вот они. Ну давай, поехала. Ок, сейчас мы напрыгаемся, я чувствую. Ну, кто там первый? Давай. Следующий. Пушки, да? Алло. Так, спокойно. Назад. Нет, 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 нет. Хорошо, следующее. Назад. Блин. Только не по голове. Короче, развалили меня. Так, ладно. Все, собрались. Сейчас все получится. Давай. Поехали. Готово. Стреляй. Ну. Блин, ну если бы это не дикая взрывная волна, то все было бы хорошо. Да уйди же ты. Получи. Так, хорошо.
Так, одного нет, масло пей. Назад. Да, нет, только не умирай. Умирать нельзя. Еще масленка. Замечательно, мы приземлились на эту штуку. Хлоп. Хлоп. Давай, бросай. Бамс. На. Что там следующее? Ага. Замечательно. Бамс. Если бы не эти разрывы, то было бы все проще. Уходим. 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 Еще этот вертолетик противный, а? Блин, самое пекло. Слушай, мне кажется, эти разрывы достаются и врагам, поэтому мы в равных условиях находимся. На. Дальше что? Все, проход открыт. Ну, слава тебе, Богу. Я надеялся здесь подольше задержаться. Так, что здесь? Бумс. Свалились. Что за модуль? Отлично, найден модуль красной энергии. Он добавляет силу красной энергии к атакам ближнего боя. И что это значит? Оу. Вот что это значит. А что у меня... Как это влияет? Я включаю, отключаю. Ну, пускай постоянно этот модуль подключен, или я не пойму. Или в этом какой-то минус будет. А ну, сейчас посмотрю еще разочек. Где этот модуль? Двойного красной энергии. Активирует силу красной энергии для атак ближнего боя. Ну, не знаю. Ну, пускай так будет. Пускай так. Так, нет, постой. Здесь надо... Вот что. Да-дах. Сундучок забираем. Что, здесь ничего нет, что ли? Почему? Почему? Так, хорошо. Ну. Что-то открыли, пока не знаю что. Ну, лифт вызывай. Логично бы было бы вернуться назад, там все позабирать. Ну ладно. Так, а куда мне? А куда мне сейчас идти? А куда мне сейчас идти? Так, ну, наверное, нужно идти туда, где были эти... На. Непроходимые двери. На. Получи, рассыпался. Отлично. Где они только были, уже вспомнить просто так невозможно. Так, сюда мы не зайдем. Масленку пей, на всякий случай. Рассыпался. Сюда мы не зайдем. Возможно, где-то они наверху. Возможно. Так, спокойно. Уйди. Уйди. Ну. Да тут... Да перепрыгни же это. Боже мой, наконец-то. Уйди, мамочки, развалился. Прям? Ее же просто так не убьешь. Ее же просто так не убьешь. А где я появился? Очень далеко. Ладно. Сейчас по-быстрому пробегу. Бегу быстро, насколько могу. Так, а нажимать там надо или нет? Или не надо? Не знаю. Не знаю, надо, не надо. В общем, идем. Так, не до тебя, уйди. 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 Черт побери. Так, я точно ее не могу? Я никак не могу ее.
Блин. Вот же звери, а. Озверели совсем. Так, 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 так. Нет, 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 нет. Не умирай. Не умирай. Надо, надо... Надо куда-то спрятаться. Надо валить, в общем. Вот что надо. Давай сюда ты. Фух. Дайте спокойно попить масло. Давай, заливайся. Сколько тебе надо? Отлично. Ну что, выходим? А тут ты готов? Побежали. Так, этого мы тоже не... Все бронированные. Блин, сюда не перепрыгнешь, сюда не допрыгнешь. Так, спокойно, 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 спокойно. Тактическое отступление. Еще глоток свежего масла. Возвращаемся. Давай здесь. Блин, я тебя сейчас вот точно накажу. Все, ты меня уже разозлил. На. На. Еще один удар. И тебя больше не будет. Масленку пей. Теперь хотя бы можно спокойно запрыгнуть. Так, дальше. На. На. Готово. А вот от этого нужно уходить. Давай, залетай. Отлично, отлично, отлично. Нет, ты мне не нужен. Слушай, а золото, золото-то там нужно вернуться? За золотом-то нужно вернуться? Ну, этого мы разобьем-то. Золотишко собирай. И где это я нахожусь? Так, я понял. Блин. Подожди. Слушай, ну этого не раз... Или нет? Этого можно разбить. Этого можно разбить. На. Уходи. Золотишко. Уже 10 тысяч насобирал. 10 тысяч. Наверх, наверное, да? Нет? Нет, а куда? А как? Не понял? Не понял. А как мне туда допрыгнуть? Вот так, да? Чпунь. Хорош. Так, ладно. Ладно, мы здоровы, в принципе, мы с ним справимся. Иди сюда. На. Ой, если бы это пчела еще. Уйди, 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 не мешай. Назад. Одна попытка. Нет, не умирай. На. Ух. Пей масленку. Ты заслужил. Может, пора уже какой-нибудь костюмчика? Какой-нибудь костюмчик заиметь другой. Ой-о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 й. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Да нет-нет-нет-нет-нет. Чуть-чуть. Все. Так, хорош. Но я как-то не особо хочу сейчас выбираться отсюда. Я, конечно, хочу, но мне интересно посмотреть. Вот смотри, определенно здесь что-то есть. Сейчас, секунду. Давай. Вот. Давай. Это куда мы пришли? Куда это мы пришли? Не пойми куда. Так, постой. Снова ты.
снова ты. Можешь не трогать его. На. Ну, как система охлаждения работает, а? Насос-то работает. Не зря мы насос-то качали. Охлаждается система, босс. Быстро просто загоняли этого. Так, и где это мы? Хорошо, ну здесь просто бомбочка и все. Не понял? Так, может стоит вернуться, а? Мне любопытно, что просто в другой стороне. Эх, ладно. Ты вернулся, да? Но мне до тебя больше дела нет. Не хочу. Стоять, 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 стоять. Чпунь. Давай сюда. Ай. Откуда вы взялись? Нет, прям на пилу. Прям на пилу разрезал меня пополам. Ничего себе, я очень далеко. Я очень прям далеко. Ну что ж. Надо вернуться, надо вернуться. Хотя бы какой-нибудь новый чекпоинт найти и уже на этом остановиться. Ну, посмотрим. Так. Это снова сейчас прыгать. Может, получится по-быстрому, а? Вот не отстанут же, не отлипнут. Бабах. Пей. Летит уже. Прыгай. Вот, отлично. Бегом, бегом, бегом. Убегаем. До свидания. Так, сюда. 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 И сюда. Давай лучше бы их... Отойди, отойди. Вот эту мелочь нужно добить. Масло... Что нет, значит? Пей масло. Нет. Давай, еще разочек. Бах! Да уйди, 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 уйди. Уйди, 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 уйди. Хорошо. А на лету ты масло не можешь пить, нет? Так, замечательно. Так мы просто не допрыгнем. Не то. Да что ж не получается. Давай. Отлично. И что это? А меня здесь не было, разве нет? Ну, если масленка стоит, значит, наверное, не было. Привет. И ты тоже здесь, да? Все это хорошо, но вот эта штука, она мне... Она мне мешает. Летят уже. Раз, два, три. Чпунь. На. Стоять. Спокойно. Спокойно. Мы можем умереть. Глоточек. Опля. Клюшка, клюшка и кружок. Чип от дверей. А где это? А, ну это рядом. Это рядом. Понятно. Так что? Так, открывайся давай. Нет, знаешь, я, наверное, все-таки масло выпью. А это значит, что в случае смерти я окажусь здесь, да? И в случае окончания игры я тоже окажусь здесь. И, наверное, я на этом, пожалуй, закончу.
а продолжим уже в следующий раз. Да? Да, на том мы порешим. Ну, спасибо, что смотрели, и пока-пока. До новых встреч. Пока.